Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять поиграем в Randall Sandbox 2, друзья. Сегодня мы будем веселиться. Ну, как вы всех, ну и как во всех частях ролика про эту игру, вот так вот веселиться и кидать человечек. О, боля! О, яйцами еще под конец врезался. Короче, видос будет не скучный. Садитесь, берите чипсоны там, что угодно. И мы начинаем. Да. Так вот, прыгаем. На! Ладно. Встань. Чувак, встань. Че ты прыгаешь, как неугомонный? Давайте мы сейчас из крыши выпрыгнем прямо к лошади. Иди сюда, лошадь! О, как это больно. Я ему сочувствую. Да, вот и наша любимая лошадь. Давайте запрыгнем. Не получилось. Миссия не выполнена. Мне нужно эту как-то лошадь сделать так, чтобы эта лошадь сдохла. Вот у меня вот такое ощущение, что эта лошадь обитает на этом острове зачем-то. Хочет убить всех людей и животных. Мне вот так вот кажется, так ладно. За мной лошадь гонится. Нет. Да что ты за мной не... Так, друзья, мне это место совсем не нравится. Я хочу уйти отсюда нахрен. Подальше. Тем более подальше. Нафига я сюда пришел так? Он спит? Ладно, наплевать, не спит. Единственный минус в этой игре очень много, мало всего. Очень мало всего. Тут, ну, это, в принципе, не песочница. Здесь, в принципе, нечем развлекаться. Давайте мы сейчас вот так пушку повернем. Не пульнемся, а повернем. Алло. Ой, давай. Так, поворачиваем. И вот сюда. И погнали запускаться. На! Да! Очень жестко все. Ладно. Я хочу как бы что-то сделать, но мне что-то не хочется что-то делать, но не знаю, решил что-то записать эту игрулю. Нечего было записывать, вот я решил опять записать вот эту игру. Но я знаю, что вам надоедает смотреть эту Randall Sandbox 2, но, в принципе, игра прикольная, можно повеселиться с Рэндаллом. Я надеюсь, лошадь... Тупая лошадь, она меня преследует, задолбала. Каждый раз она меня преследует. О, на батут. О, да-да-да, я на батут запрыгнул. Ну, почти на батут, только она, моя нога застряла. Но мы все равно на батут запрыгнули с помощью лошади. Круто. Так вот, прикольная игруля, но я думаю, что ее скоро удалят из Play Market, как и все, ну, почти все игры этого разработчика удалят из Play Market. Жалко, конечно, будет, но придется их все качать из APK инсталлер. Так, ладно, давайте сейчас вот так вот. Вот так вот сюда заберемся и посмотрим на край нашего прелестного острова, который человечек живет, мне кажется, 1000 лет, и мы смотрим его, жизнь, как он живет на этом островке. Ладно, друзья, давайте мы сейчас выпрыгнем нахрен.
Вот так вот. Вот. Раз, два, три. Погнали. Погнали. Это спидран по Майнкрафту. Спидран по Майнкрафту начался прямо сейчас. Мне кажется, тут нужно найти какое-то оружие и пульнуть в него в лошадь. И лошадь должна подохнуть, я как понимаю. Ну, возможно, суть в этой игре убить лошадь, которая за нами преследует. Но это маловероятно. Ну, где найти это оружие, я не знаю. Мне еще вроде бы кто-то... Ну, я еще видел какой-то ролик... играю в Randall's Unbox 2, краткий обзор, я видел такой ролик, не у Randall's Unbox 2, а у другого чувака какого-то, и он там говорил какой-то про тайный остров, который он что-то не исследовал. Там есть какой-то тайный остров, если, вот смотрите, сейчас проверим этот миф, вот там будет дальний остров, если идти туда до моей... Ну, чтоб период долго до маяка, тогда будет там секретный остров какой-то. Давайте мы сейчас этот миф проверим. Погодите, пока я бегу, вы меня пока подождите. Друзья, прикиньте. Короче, меня обманули. Тут нету никакого секретного острова, друзья. Меня надурили. Смотрите, здесь есть пустой океан, который... То есть здесь есть какая-то пустошь, я туда не буду падать, наверное, это конец карты. Конец карты там, короче. Ну ладно, давайте прыгнем, попробуем. Чудо. Короче, давайте пробежим. Давайте побегаем, по идее, вот здесь пока. Бесконечность. Мы можем бегать по такой тропинке. В принципе, это неплохо, но это баг, еще раз это баг. Ладно, давайте вот так вот принем. И здесь должен быть где-то секретный остров. По моему счету, мы должны бегать вот туда до бесконечности. И, возможно, мы найдем остров, тот самый секретный остров. Но, возможно, или нет. Потому что маловероятно, что мы хоть что-то найдем. Я вот единственную пасхалку нашел, это бесконечная невидимая дорога. Вот эту вот пасхалку нашел. Но секретного острова я, короче, никакого не нашел. То есть это фейк, друзья. Мне придется даже перезапускать игру, друзья. Я пока перезапущу игру, подождите. Короче, друзья, перезапустил игру, давайте продолжим играть. Веселиться. Короче, миф не работает. Это фейк, друзья, не верьте. Этому не проверяйте. Там просто будет конец карты и бесконечная дорога, которая приведет вас ничему, друзья. Так что давайте будем наслаждаться на этом острове. Погнали. Вот так вот можем прыгать бесконечно. Я этого, кстати, не заметил. Вот так вот можем прыгать. Только это не всегда нужно. Так, думаю. Моя. Ой, мы Спайдермен. Погнали. Серия, наверное, будет не такой длинной, потому что... не знаю почему. Но, ладно. Так, давайте. Сейчас вот так вот. О, это было жестко. И давайте... Мы упадем просто. Вот это меня сломало. Конечно, меня сломало, перекорежило все в этом вроде. Да. Почему Randall's Unbox 2 еще не выпустил ролик, я не знаю, друзья. Я просто жду новый ролик уже. Так, погнали. Я еще видел, что Randall's Unbox 2 как-то с помощью лошади забрался на дерево. И это надо как-то проверить. Я хоть и не знаю как, но возможно это как-то работает. Возможно это не работает. Я фиг его знает. Ой, блин, меня лошадь нашла. Как? Блин, как ты меня нашла, лошадь? Ну ладно, зато спрыгнем. Ой, на. Блин, такое ощущение, что лошадь меня просто не подпускает к этому острову. Я пытаюсь на гору забраться, меня лошадь просто... Ну вот, ну ты чё? Погнали. Да, кстати, я не заметил, что у нас варрегдола
нету пальцев, то есть у него один палец только рабочий, а остальное только ладошка, наверное. Так, давай, прыгай, иди сюда, лошадка. Уи! На. Короче, я хочу натренировать свою лошадку, то есть вот этого красного злого коня, не сражаться против него, а как-то его натренировать. Ну, я хочу как-то его натренировать. Но, возможно, у меня будет мало вариантов. Вот там эта лошадь бегает. Я не знаю, как его натренировать. Давайте мы его натренируем. Пас. Нет, пожалуйста, нет. Все-таки его нереально натренировать, чтобы эта козлина на тебя не нападала, друзья. Понятно, друзья. Короче, вот такой у нас сегодня был обзор. Проверили миф, это неправда. Попытались потренировать лошадь, тоже не получилось. Вообще сегодня ничего не получилось делать в этой игре. Ничего тут такого секретного нет, даже не ищите. Это все ложь, если вам что-то наговорят, это ложь, запомните. Ну, короче, вы, наверное, поняли за этот ролик, что это бесполезно бесконечно идти туда, чтобы увидеть этот секретный остров, потому что его нету. Нету, друзья, повторяю, нету. Нету. Да уж. Я не от такого результата ожидал, но тем не менее мы разоблачили всю эту фигню, которую нам говорили. Все разоблачили, ё-моё. Ой, как... Кстати, заметили, что у него иногда нога просто выращивается из задницы? Вы заметили это? Я заметил, например. Это странно. Давайте полетаем и будем заканчивать видос. Я хочу на маяк вот так вот перелететь. Раз, два и три. Погнали. Погнали. Оу, я застрял жопой. Мне персонаж просто жопой повернулся. Короче, понятно. Так, нюхаем маяк. Это логично, нюхаем маяк. Это надо сделать. Ладно, все. Давайте кончать этот видос. Поставьте, пожалуйста, лайкосик и подпишитесь на мой канал. А с вами был я, Ваня Плей. Всем пока-пока.